Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Радыгин. Я арт-директор вегетарианского кафе «Говиндос» по совместительству пекарь. Вот хотел показать, какие булочки мы начали делать. Вот буквально последние дни отработочки, такие мягкие, вот смотрите. Очень вкусные, пахнут замечательно. Булочки для бургеров, буквально через несколько дней мы будем делать бургеры. Кстати, следите за новостями. Вот, они очень вкусные, мы их уже пробовали. Вот. Ну а пока для любителей здорового питания открыт мастер-класс по изготовлению бездрожжевого хлеба. Вы можете делать точно такие же булочки, также любой другой хлеб, бородинский, жан, пшеничный. Давайте будем развивать свои собственные семейные традиции, передавать своим внукам, своим детям эти вкусняшки. Мастер-класс начинается буквально завтра, но он не привязан к какой-то дате. Вы можете в любое время присоединяться, и мы будем с вами делать такой хороший, здоровый замес в направлении здорового питания. Кстати, если вы смотрите это видео с YouTube, там будет ссылочка на паблик ВКонтакте, условия участия в мастер-классе. Ну что ж, увидимся, буду рад всех видеть. Пока!